Сильные порывы ветра буквально вырвали обе балконные рамы. В сентябре удар стихии пришелся на Приволжский район, а эпицентром стала улица Павлюхина, на которой стоит дом, где живет Олег. Одну сторону вы сделали, получается, да, полиэтилен? Чтобы сквозняка не было. Ну, понятно. А дома как холодно от этого, нет? Дома гуляет, да, ветер гуляет. В администрации района, в которую мужчина обратился за помощью, заявили, что он опоздал. Жалобы от тех, кому стихия нанесла урон, принимались почти с ураганной скоростью, только в течение суток. После главы администрации, как сказали, либо заключайте мировую, либо суд, и все. И директор после этого вообще отказался производить какие-то работы. В управляющей компании, куда обратился Олег, сначала предложили платить лишь половину ремонта, а затем, взяв паузу, провели расследование. Выяснилось, что это пожарный переход. План техпаспорта БТИ жилого дома Павлюхин 104А. Застеклений балконов не было. Остекления в 91 году он был сдан. Вот смотрите, остеклений не было всего дома. Если вот, ну понимаете, вот одна черта. Застекление балконов в доме не предусмотрено, и стихия, по мнению жилищников, убрала то, до чего руки управляющих не доходили. Теперь Олег намерен довести это дело до суда. До этого времени он стеклить балкон не собирается. Эдуард Гимадеев, Айгуль Низамутдинова, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».